Это Дархан, а это мутанты генетические войны. Так, я получил вот такого персонажа, Леди Гарпия. Так, история. Каждый знает, что Леди Гарпия истинное воплощение неистовства и мести. Быстрая, как ветер, беспощадная, с острыми, как бритва, когтями. Взмывая над ареной, она затмевает крыльями солнца. Так, забрать. Так, получил я из-за отрыжи красных жетонов вот здесь. Уже не хватает, ладно. Одна радует, что походу это я первый раз призвал какого-то персонажа за те жетоны. Радует, что если, например, вы получили, и больше вы не получите, а обязательно получите одного мутанта, если у вас его немає. У меня есть небулун, но вот такого немає у меня. Хотя, не знаю, наверное, ладно, сойдет тоже как приз. Остальные пятеро. Фу, блин, які четверо, четверих немає. Ні у цієї. Немає сирені, ні мертвого солдата. От цього я, якщо чесно, хотів. Контікі і Гарглох. Ладно, не знаю. Хто це такий, ладно, потім, коли получу, узнаю. Також я получив. А, мир. Ні, це в мене. Мирська королева в мене вже була. А, оце благородний дракон получив. Это грозное существо, будто сошло со страниц страшних книг. Не забывай о його огненной сущности, если не хочеш быть поджаренным. У этого смертоносного ботата практически нет конкурентов. Настоящий король арены. Ладно, это простеньких. Каких легендарных? О, это легендарный Бак Моррис. Бак Моррис, родившийся на заре времен в одной далекой-далекой галактике, в одиночку выиграл две межгалактические войны с помощью простого кухонного ножа. В поисках достойного соперника он придумал науку, позволяющую создавать свеж сильных мутантов и внедрил в их ДНК собственный ген для пущей эффективности. Ладно. Так, второй ранг. Вот тут у меня вроде никого нового нема. А, ну Леди Гарпи я уже рассказывал. Так, пока что все, но, наверное, этого дракончика еще 19 часов я не получу. Так, думаю, немного посражаться. Так. Подлечу. Не знаю, чи виграю я или нет. Эти моего танта мы один раз уже проиграв. Так получилось, к сожалению. Так, сыграем. Надо решить, кого быть первым. Единственное, что мне не нравится, что они атакуют первыми. Ну, заебись, блядь, да? Зашибись. Я еще не успел атаковать. Они по два раза, сука, атакуют первыми. Охуительно. Так, я использую тандем. В любом случае, я ее убил. Значит, у них 5 атак. Ну, зашибись. Ладно, я еще не настолько сильный, поэтому надо улучшать реально сильных танков, эти уже слабые. Надо улучшать сначала мне серебряных, сначала бронзовых, потом вывести серебряных, серебряных, золотых. И тогда я вас прикончу, сучары. Ладно. Пока что все.